Нижневартовске открыли два новых участка дорог на Восточном проезде и на улице Салманова. Магистрали имеют несколько полос, пандусы, освещение и тротуары. Все это улучшит транспортную доступность сразу нескольких районов и обеспечит максимально короткий путь в школу для детей. Строительство велось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федеральной программы «Стимул», а также региональные карты развития Югры. Жанна Кузьмина продолжит. Предлагаю дорогу открыть. Открываем. Открываем. Новый участок сдают с опережением срока. На подготовку основания, асфальтирование и благоустройство у подрядной организации ушло меньше года. Глядя на ровную магистраль, меньше всего думаешь о сложностях работы, однако без них не обошлось. Дорожные строители нашли под землей залежи торфа, сначала вывозили, а затем решили использовать его для благоустройства газонов. И вот видно, что теперь газон прям такой яркий, хороший. Внесли удобрения, немножко разрыхлили и, в принципе, все готово. А хотя ранее на других, там, скажем, болотах, да, такого торфа не было. Был хуже, более непригодный, было более затратно, что ли. Ну, так. 640 метров, оборудованные пандусами, тактильной плиткой для незрячих пешеходов, велодорожками и тротуарами. Длина участка небольшая по сравнению с центральными магистралями города. Но для жителей района это долгожданная дорога, ведь она ведет к новой школе, куда раньше было невозможно подъехать. Намного удобнее. Тут как бы возобновилось движение, и теперь можно на машине, допустим, в школу ездить или просто дорогу перешел, дошел уже до школы. Восточный проезд улучшит транспортную доступность сразу нескольких микрорайонов и разгрузит ближайшие улицы. Проект выполнен в рамках региональной карты развития Югры. За ходом строительства следили губернатор Наталья Комарова и глава города. Мы дополнительно напротив школы еще закончим в сентябре парковку для машин. И будет введен в эксплуатацию опорный пункт полиции и там рядом спортивная площадка. Одновременно с Восточным проездом автомобильное движение открыли на участке улицы Салманова. Она дублирует переполненную трассу на улице Ханты-Мансийской. После ее открытия, которое намечено в следующем году, жителям новых районов будет гораздо легче добираться на работу и домой. Жанна Кузьмина, Ирик Абдулганиев, Вести Югория, Нижневартовск.